Вентиляционная решетка для левого сдвижного окна. Это если у вас сдвижная левая дверь в мультиване, или у вас просто глухая стена с открывающейся форточкой. Для Volkswagen T5 с 2003 по 2015 год. Volkswagen T6 генерация с 2015 года. Это левая сторона, сторона за водителем. Поэтому сейчас вам покажу, как она выглядит. Вот таким образом она выглядит. У нее есть такие некие жалюзи, которые защищают от попадания влаги внутрь салона. Она очень удобная. Солнце тоже не проникает. Покраска порошковая, черный мат. С обратной стороны у нас москитная сетка металлическая. Вот, упоры и зажимы. Решетка вставляется снаружи, но фиксируется изнутри. Ее невозможно снять снаружи, если вы не открутите крутилочки вот эти изнутри. Вот она упирается двумя местами. Вот, очень удобно, можно с ней ездить, не обязательно снимать, можно на ходу использовать, и она абсолютно безопасная. Сделана в Германии.